Всем привет! Вы на телеканале ДКФК ТВ. И сегодня у меня видео, которое называется «Мы с мамочкой в поликлинике». Давайте начинать. Мама, куда ты меня ведешь? В поликлинику, помнишь? Анализ давать. Вот анализ крови из пальца. Вот дверца. Это наш кабинет. Так, сейчас постучимся. Сейчас. Да-да. Да-да-да-да. Что? Ой, посиди. Да-да. Мы хотели у вас спросить кое-что. Вы записаны, надеюсь? Да. Мы записаны на 9:30. Мы можем сейчас прийти? Простите, к сожалению, нет. А перед вами еще есть. Хорошо. Мы пока подождем. Да, подождите пока. Вы, кстати, будьте после. Хорошо. Видишь, нам надо ждать, дочь. Ой, мам, интересно, а как это так делается, укол с пальца? Я ведь почти никогда его не делаю. Это не больно. Прям вот как комарик, бзык, и все. Давай, подождем. Кто там за нами? Дочь, сейчас что ты опять боишься? Я не пойду, мама, там больно, очень больно. Дэш, радуга. Ой, да-да-да-да. Маму, я вообще не боюсь ничего. Здравствуйте, здрасте. Здрасте. Просто моя очень боится уколов, так что мы пришли сюда как-то с уколом делать, да. Ясненько. Ой, простите. Да. Так это не ошиблись мы? Да, не ошиблись. Сейчас пойдем. Дочь, ты пока там можешь отдохнуть? Подожди, ура, я могу отдохнуть. Хотя нет, суть. Сейчас. Да-да. Да-да. Мы можем зайти? Мы на 9:05. Конечно, заходите. Нет, только не к врачу и маме, я не пойду. Заходи, дочь. Тебе уже 9 лет, хватит бояться. Это страшно. Да, это очень страшно, прям больно, больно. Доча, хватит глупости нести. Девочка, не бойся, это не больно. Она просто глупость несет. Пойдем. Но я не хочу. Мама, мне это не нравится. Все, идем. Заходишь. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, девочка. Здравствуйте, тетенька. Можно я не буду делать укол? Конечно же нет. Садись вон туда, на лавочку, я сейчас принесу тебе твое лекарство. Садись. Готовь свою копытце. Мамочка, мамочка, мне страшно, мама! Мама, мне страшно! Тихо, тихо. Девочка, тихо, тихо. Плохим пациентам мы не даем награду в конце, а хорошим даем конфетку и риску. И риски я их люблю. Будешь себя тихо вести, получишь. Я не хочу, мама! Мама! Ой. Мама! Мама, сейчас мне укол сделают. Ч-ч-ч. Девочка, тихо. Не мешай другим работать. Так. Вот тебе давай тут помажем. И уколчик. Мама, больно, как больно. Ну и все. Вот тебе вата. Держи. Все, выкидывай ее. Ну вот, а ты боялась. Ой. Только лишнюю панику наводила. Это больно было. Я сейчас пойду расскажу подруге своей, что это больно было. Это очень больно было. Дочь, ты чё орёшь так на всю поликлинику? Это было отвратительно больно, мама, мама, пойдём быстрее отсюда. Да блин, ну я ж сделала же, ну еле-еле. Я там чуть хотела не уйти от них. Дочь, хватит уже такое поведение своё показывать, а? Это неприлично, ясно? Всё, я тебе никакую конфету не куплю, какую ты хотела. А тебе там и риску, надеюсь, дали? Нет, не дали.
Ну, значит, не заслужила конфет сегодня. Все. Ой, до свидания. До свидания. Пока, это отвратительно очень было. Ой, бойся этого. Что? Ой, бояться? Но это же не страшно, мама говорит. Это страшно, на самом деле это очень-очень-очень-очень страшно. Да не страшно, мне кажется, это. Хотя я уже сомневаюсь, мам. Ладно, до свидания, не бойся, девочка, это не страшно. Пойдем, Даша. Пошли, мам. Следующие. Мам. Дочь, не бойся, ты сделаешь укольчик и поедешь к нашей тете. Правда? Укольчик и все, к тете? Да? Да, к тете Ларисе. Ой, ну ладно, схожу, мамочка. Здравствуйте. Здравствуй, девочка. Ты пришла ко мне на прививку? Да, тетя, а это не больно? Конечно же, нет. А почему тогда Дэш так испугалась? Наверняка твоя подруга Дэш очень боится уколов. Садись вон туда. На лавочку я тебе тихонько сделаю. Если будешь все хорошо, я тебе дам ириску. Ириски? А если будешь плохо и визжать, и не даваться мне, я тебе не дам ничего. Хорошо, тетя, я иду. Вот и чудненько, сейчас. Подожди. 5 секундочек. Так, мой компьютер. Угу. Вот, сейчас, дочь. Ой, прости. Девочка, сейчас я тебе протру ваткой. Вот, вот это копытце. Все. Ой, так быстро. Мне даже больно не было. А ты говоришь. Вот. Ты себя хорошо вела. Вот, держи себя. Или... Ой, эй. Ириску дай-ка. Вот, давай. Ешь ириску. Спасибо. До свидания. У меня какая вкусная ириска. Все, дочь. Так быстро. О, ты ириску получил. Молодец. Я же тебе говорила, докторов не надо бояться. Они добрые. Быстренько все сделают, как Амарик. Чик, и все. Да, я съела. Да, мамочка, ты была права. Это так было не страшно. Мне даже показалось, что это чуть-чуть щекотно. Ну, конечно, это щекотно. И бояться этого даже не надо. Надо просто смело идти. Ладно, пошли. Пошли. До свидания. И всем пока. Вы были на телеканале ТКФК ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите мои видео. Пока-пока.